Куда ты между ними хочешь, да? Ну, может, получится. Все, решим. Оценили нашего баяниста. Ну, что-то назад отправили. Рустам, сколько одна газета стоит? Мы бесплатно раздаем. Хорошо. Дорогие магнитогорцы, с вами доверенное лицо кандидата от партии КПРФ на выборах 2021 в Государственную Думу Глеб Магутин. Мы за светлое будущее, мы хотим сделать ваш город лучше. И сегодня с вами специально для вас наш специально приглашенный музыкант Александр Магнит. За нас уже очень многие люди, нам максимально нужна ваша поддержка, чтобы мы потом вас не разочаровали. Приглашаем по максимуму всех людей на наблюдение и на выборы в Государственную Думу. Наблюдатели нужны на каждом избирательном участке, которых по Магнитогорску и в целом по 192-му одномандатному округу очень много. Также в ближайшее время подъедет сам кандидат от партии КПРФ в Государственную Думу Ильмар Рустамов и ответит на все интересующие вас вопросы. А сейчас время нашего дорогого приглашенного музыканта. Пожалуйста, максимальную поддержку. Танцуем все сегодня. Магнитогорск громче. Подпеваем все. Справедливо ростим ростом, с ними желто-голубой. Нет, сказать решили бросом, карусели не ногой. Честно, светом для своих, прочих надо намочить. Коммунистов и иных Думу не хотят пустить.